Привет! Данное видео о том, как из такого списка, где есть ссылка и название ресурса, массово сделать общую ссылку. То есть президент России слово будет ссылкой kremlin.ru и так далее. Вот, берем этот списочек. Я его создал в Excel, потому что в Excel со списками работать быстрее и удобнее. Но сами ссылки мы будем создавать в табличном редакторе Google Docs. Переходим в наш браузер, открываем диск Google. Если у тебя есть почта Google, ты можешь бесплатно и легко его себе установить. Нажимаешь «Создать», «Табличка». И появится сразу же в новом окне табличка. Переходим в эту новую табличку. Вставляем нашу таблицу. Вот, чуть-чуть расширю клеточки, чтобы ты видел все красиво. Ага, отлично. И теперь нам нужно в клетке C, во всей колонке C, создать такое «Ссылка». Плюс имя, или имя плюс ссылка. Пишешь равно. Гиперлинк. Ага, вот она. Появилось название, значит, можешь уже нажимать клавишу Tab, чтобы он ввел эту формулу. Вначале идет URL. URL это адрес ссылки. Он у нас находится в клетке a2kremlin.ru. Точка запятой. Президент России. Это имя. Закрываешь скобку, нажимаешь Enter. Отлично, формула готова. Теперь осталось только ее скопировать, вставить ее до конца. И все, все наши прекрасные ссылки готовы. Теперь, если я их захочу обратно перенести в Excel, я их копирую отсюда. И давай на новый лист, Shift F11 создаст нам новый лист. Вот в клетку A1 мы скопируем эти ссылки. Как видишь, если из Google в Excel копировать ссылочки, то появляется такая серая рамочка. Чтобы убрать эту рамочку, выделяем данные клетки и нажимаем «Нет границы», такая кнопка есть. Надеюсь, ты знаешь, где она находится, на вкладке «Главное». Вот где-то здесь в списке. По умолчанию находится данная кнопка. Вот так вот. Ты можешь абсолютно любое количество ссылок вот таким образом облагородить и дать им название. Встанем-ка на сайт kremlin.ru. Вот он, сайт президента России. Кстати, ни разу здесь не был. Вот такой вот он, этот сайт.